Здравствуйте, с вами Анна и мой канал Фишки Солишки. Сегодня у меня новая распаковка с разных маркетплейсов: Яндекс.Маркет, Wildberries и AliExpress. Ссылочки на все товары вы, конечно же, как всегда, найдете под видео, а также ссылки на AliExpress, на те товары, которые я покупаю в наших маркетплейсах для тех, у кого их нет. В этот раз мне удалось найти все товары. В этой распаковке будет очень много интересных гаджетов, которые, честно говоря, мне очень-очень понравились, и я спешу с вами поделиться этими находками. Не забывайте ставить лайки, вам не трудно, а мне приятно. Конечно же, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну, а мы с вами приступаем к распаковке. Поехали! Открывает нашу распаковку товар с Яндекс.Маркет. Это система караоке. Колонка и два микрофона. Вообще пишут детская, но, честно говоря, мы тоже с мужем нет-нет, да и споем туда что-нибудь. Итак, вот так это все выглядит. Здесь у нас инструкция на английском языке. Хотелось бы, кстати, на русском, потому что здесь-то вот как раз нужно разбираться. Два микрофона в комплекте. Будьте внимательны, потому что есть варианты и с одним микрофоном. И колоночка. Я, честно говоря, не ожидала, что она будет такая маленькая. Я думала, она все-таки побольше, вот примерно вот такого размера. Но это тоже очень симпатичная и классная колонка. Меня, собственно, привлек производитель Fafine. У меня мой самый первый микрофон, в который я читаю аудиокниги, тоже этой фирмы, и он вполне себе очень даже достойный. Поэтому я положилась на прошлый опыт и взяла вот такую караоке-систему. Два микрофончика, они заряжаются, Type-C здесь зарядка, управление, включать-выключать, кнопочки, звук и также переключение на забавные голоса. Все это мои детишки вам продемонстрируют чуть позже. Материал, конечно же, пластик, но очень качественный. На самой колоночке сзади К12 она называется, это важно, когда вы будете искать ее по Bluetooth. Есть мини-джек для наушников, для USB карты и, собственно, гнездо для зарядки, а также карты памяти. Спереди у нее вот этот ободочек, это светомузыка. Вот смотрите, мы с вами включаем, пошла светомузыка, ей тоже можно управлять. Bluetooth находим К12. И наша колонка, как, собственно, и все остальное, по Bluetooth. Здесь нам не надо контакты. Все прекрасно сопрягается. Далее мы с вами включаем микрофоны. Колонка сообщает. Микрофон 1 и микрофон 2. Дальше находим любой сайт с минусовками и поем. А с помощью вот этой кнопки мы переключаемся на смешные голоса. Очень неплохой звук у колонки. В общем, такая система нам понравилась. Ну, а дети вообще в восторге. Столько радости. Да и стоит она в пределах 1000 рублей. Следующий товар тоже с Яндекс.Маркет. Еще бы, а где же еще купить колонку Алиса? Это очередная Алиса в нашей семье. У нас она уже третья. И мы ею управляем еще и умным домом. Мне очень хочется показать вам, как здесь все классно упаковано. Наши тоже умеют, если захотят. Итак, привет, я Алиса. Давайте скорее знакомиться. Откройте меня.
То есть каждое ваше действие здесь уже написано, не ошибетесь точно. Здесь в подарок идут наклеечки, которыми вы можете украсить свою колонку в цвет. Дальше идет инструкция, естественно, на русском языке. Все очень подробно, с картинками, красиво. Так что я думаю, что у вас проблем с настройкой не возникнет. Ну, а здесь у нас тоже какое-то описание. А, ну да, здесь у нас кнопки управления и прочее. Ну, в общем-то, здесь все несложно. Главное, что есть справка и поддержка. Я, кстати, как-то обращалась не по поводу этой колонки, а вообще отвечают быстро и очень квалифицированно. Ну, вот это, собственно, сама колонка. Ну, а мы пока еще посмотрим, что там есть. Это чтобы подключить меня к розетке. Открываем, и там у нас шнур, собственно, кабель, адаптер. Естественно, адаптер оригинальный. На нем есть Яндекс. Вот сейчас я вам покажу. Посмотрите, очень красиво. Ну, в общем, знаете, такие вещи очень приятно брать в руки, распаковывать, когда вот так вот все сделано с любовью. Ну и шнурочек здесь тоже Type-C, естественно, на другом конце USB. Ну и, собственно, сама колоночка. Она небольшая. Это колонка Mini Light. Я вам расскажу, в чем разница. Управление здесь тоже простое. Здесь подключаем к сети, и сама колонка вам уже говорит, что делать. Нужно скачать приложение «Умный дом». Вот у меня есть отдельная папка для Яндекса, и вот моя колоночка уже здесь. Это она у меня здесь на даче, и управляется у меня тут свет. Вот телевизор еще пока я не нашла, как подключить к этой колонке, чтобы управлять. А это у меня домашняя колонка, видите, там она такой цвета морской волны, и здесь управляются уже у меня и свет, и пылесосы, и все что угодно. С помощью вот этого приложения «Умный дом», который называется, мы управляем нашим умным домом. Оказалось, что в зависимости от цвета у Алисы свой характер. Я вам расскажу о своих личных ощущениях, а не об описании. У меня их три, могу судить. Колонка фиолетового цвета, которую я вам только что показывала, очень покладистая и доброжелательная, Алиса в ней живет. Колонка розового цвета – такая выпендрежная девочка. А вот колонка цвета морской волны, которая у меня дома, та вообще вредина, я с ней часто ругаюсь. Также есть колонки желтого, бежевого и красного цвета, но у меня таких нет, поэтому ничего сказать про характер их не могу. Звук у этих колонок превосходный. Здесь вообще вопросов нет. Единственный минус колонки Light, что для подключения к каким-то более старым гаджетам, к телевизору, например, нужен специальный пульт. Он здесь не встроен. А это уже посылки с Wildberries. Купила я своему мужу вот такой набор. Три в одном. Это электробритва, триммер и триммер для ушей и носа. У нас все это есть, но в разных гаджетах, а здесь три в одном. И нам тоже нужен двойной комплект, чтобы был и дома, и на даче. Бритву я покупала на AliExpress, я вам ее показывала, она очень классная, он ею пользуется. Ну и вот решили взять вторую. Здесь вот описание товара, есть инструкция, конечно же на английском языке, но здесь не суть, разобраться просто. Итак, это насадочка триммер. Его рекомендуют для бороды и усов, но я думаю, что у кого короткая стрижка, то, в принципе, наверное, можно и голову, собственно, побрить. Здесь тоже есть шаг, кажется, 3 мм, 6 мм и, по-моему, 12, если мне память не изменяет. Следующая насадка – это как раз триммер для ушей и носа. Штука очень классная, особенно для мужчин. У нас есть такая отдельная маленькая, дешевенькая, тоже хорошо работает. Ну, а здесь будет все вместе. Масло, которым мы смазываем нашу бритву. И зарядный шнур, естественно, Type-C. Щеточка, которой мы вычищаем волосы из насадок. Ну и, собственно, сама бритва. Мне очень понравился такой дизайн.
Здесь защитный колпачок, ну, собственно, и лезвие. Но вот я даже еще не смотрела, можно ли будет купить запасные лезвия для этой бритвы. Наверное, найти будет можно. Надеюсь, по крайней мере, на это. Здесь есть табло с зарядкой. И муж уже ее испробовал. Очень здорово она бреет, ничего не дергает. Раздражения большого нету, в зависимости от того, как мужчина водит, медленно или быстро, потому что у нас мужчины очень любят быстро возить по лицу, и от этого у них собственные раздражения. Меняются насадочки очень просто, то есть никаких кнопочек, ничего, вы просто снимаете и ставите другую. Я вот включаю, но, наверное, на камере не очень видно, как там все шевелится. В общем, вещь классная, достойная. Триммер тоже, вот смотрите, просто вот так вот раз. Единственное, что я не в ту сторону ее поставила, поняла потом, сняла и снова переставила в нужную, чтобы было удобно и видно заряд батареи. Хорошая штука, я могу рекомендовать девочкам на подарок, да, собственно, и мальчикам для себя. А следующий товар – это алаверды от моего мужа, для меня теперь уже. Это эпилятор 5 в одном. Выбирал он его, конечно же, под моим чутким руководством. Итак, у меня очень старый эпилятор, ему больше 20 лет, браун, и он работает только от сети, что очень неудобно. Я решила себе прикупить новый, ну и опять же продублировать на дачу сюда. Это нам с вами сделали перевод русский, здесь вкладыш, но не очень хорошо на картинке видно, что подписано, но в инструкции в общей мы с вами это найдем. Положили также подарочек, это тканевая маска, я, кстати, очень люблю тканевые маски, но отношусь к ним с осторожностью, потому что частенько у меня возникает аллергия. Ну что же, попробуем и эту. Дальше у нас вкладыш «Спасибо за покупку», внутри вас ждет подарок. Ну, подарок мы, собственно, с вами уже и увидели. А, нет, еще другой, видите, отсканируйте QR-код. Я, честно говоря, еще ничего не сканировала, не знаю, что там за подарок. Ну, здесь у нас вкладыш, тоже, видимо, спасибо нам, спасибо, что мы купили их товар. Ну что же, очень приятно. Ну и, собственно, инструкция здесь на английском языке. И здесь мы с вами можем как раз и подсмотреть, какие насадки, для чего. Вот здесь они все подписаны, они соответствуют тому вкладышу. Маленький мешочек, я так понимаю, для хранения этого эпилятора. И мне он показался очень-очень несерьезным и недолговечным, такой мешочек, потому что мне есть чем сравнить, я вам покажу. Смотрите, в какой большой отсек положили щеточку. Так смешно. Масла здесь нет, но щеточка в таком большом отсеке. Итак, первая насадка – это, собственно, бритва, которая просто сбривает волосы, то есть это не эпиляция, а просто бритье. Очень здорово. Хочу сразу сказать, эпилятор мне очень понравился. Я вообще в диком восторге от него. Насадка пемза, которую я тоже испробовала для пяток. Ну и вообще для ног, там у кого где грубая кожа. Следующая насадка. Вот такая щеточка. Ее как будто бы вот для умывания, что ли, там рекламировали. Но я думаю, что, наверное, это все-таки какой-то, наверное, пилинг. И дальше щетка-массажер. Вот это прям тоже очень классная вещь. Мне так она понравилась. Она такая мягкая. Надеюсь, что эффективная, но все это очень приятно. Ну и, собственно, сам эпилятор. Он водонепроницаемый, прорезиненная ручка. Есть также табло с зарядкой. И сама, в общем-то, насадка вот с этими щипчиками. Щипчиков здесь много. Посмотрите. Это уже будет у нас с вами эпиляция, то есть волоски будут удаляться. По бокам кнопки, с помощью которых мы с вами меняем насадки. Нажали и вытащили. Попробуем поставить нашу пемзу. Вот, все очень легко вставляется. Опять нажали и вытаскиваем. Ну, собственно, таким образом все насадки у нас ставятся. Единственное, что я поковырялась немножко с этой щеткой. Вот, все эти три насадки отдельные. А вот насадка-щетка, посмотрите, мы ее вставляем,
И чтобы, например, поставить массажер, снимаем только верхнюю часть. Вот обратите внимание, что здесь зарядка открыта. Вот мне поэтому как-то не очень понятно, как же она водонепроницаемая, если гнездо открыто. Мне кажется, что это, ну, как-то опасненько. Я увидела, что не заметила зарядку, смотрю, она здесь внизу. Ну, собственно, вот он, адаптер, и очень интересный вход такой, видите, вот двойной. Я пыталась ее включить, но там висит замок. Я думала, может быть, она села, но нет. Зарядка здесь стопроцентная шла из коробки. Ну, а потом же я поняла, что чтобы ее включить, нужно подольше нажать на эту кнопку. Видите, один раз, если нажимаешь, то замочек. То есть, если случайно вдруг она нажалась где-нибудь в сумке, то ничего не произойдет, она работать не будет. Подольше подержали. Вот, смотрите, раз. Включается подсветка, что тоже немаловажно. Очень классно. Все видно. Ну и вот поехали. Видите, все крутится. Конечно, он не бесшумный, но звук гораздо тише, чем у моего Брауна. Посмотрите, как крутится щетка. Очень похоже на ту электрическую, помните, что я вам показывала для очищения поверхностей. Ну и вот эта насадка, которая мне тоже очень зашла, прям кайф. Массаж лица, рук, чего хотите. Ну и не дает покоя, собственно, мне этот мешочек. Я хочу понять, уместится ли все это в него. Ну, в общем-то, я постаралась и, да, уместила. Но скажу сразу, это неудобно для перевозки. Как-то, честно говоря, я привыкла к нормальным чехлам. И уже нашла, кстати, себе на Wildberries подходящий. Куплю и покажу. А сейчас я вам покажу свой старый 20-летний Браун. Вот обратите внимание, какая здесь сумочка. Это сумочка из комплекта. Она очень такая жесткая, сетчатая. И вот, собственно, вот такой вот эпилятор. Здесь тоже бритва, но посмотрите, видите, здесь вход, и он работает только от сети. Ну, понятно, что 20 лет назад не было еще ничего беспроводного. Это насадка с небольшим количеством щипчиков, а это уже вот с более частым количеством щипчиков и вот такой защитной насадочкой. Ну, в общем-то, тоже очень классная, работает до сих пор. Вот у меня фен и эпилятор Браун, и уже вот больше 20 лет, и то, и другое прекрасно работает, у меня никаких нареканий нет. Единственное, что вот, конечно, то, что он от сети, вот это вот не очень удобно, и он достаточно шумный. Сейчас есть такие же эпиляторы, как этот, но беспроводные. Кому не нужно все остальное, можете взять такой. А это я вам снимаю одной рукой, потому что, чтобы снимать, нужен пантограф, а я вам, собственно, его и снимаю. Я купила себе новый пантограф, в этот раз мне захотелось белый. Для тех, кто не знает, это стойка для того, чтобы ставить телефон и для съемок. Очень удобная вещь. И здесь вот такой держатель для телефона. Такой мне неудобен. Я купила себе новый держатель. Сейчас я вам его покажу. Ну, а здесь у нас этот пантограф состоит из двух частей. Вот так вот мы прикручиваем его, ну, скажем, к краю стола. Вот сюда, собственно, ставится и сам пантограф. Вот в эту часть. Я, конечно же, выключила камеру, поставила, вам показываю, что одной рукой это сделать невозможно. И вот тут меня ждал сюрприз. Посмотрите на этот шарнир. Обычно у пантографов здесь просто резьба, на которую можно навертеть, ну, собственно, любой, допустим, там, паук, ну, или держатель для телефона. А здесь вот прям шарнир именно под него. К тому же он, видите, оказался кривым. Мне муж его сделал, так что сейчас он это... Ну, пока поснимаю с этим держателем, а потом не знаю, что делать. Наверное, вот эту часть мне придется как-то искать отдельно. Надеюсь, такие запчасти продаются. Вот, собственно, и тот держатель, который я на него планировала. Сейчас вы поймете, в чем дело. Я, конечно, подрастроилась, потому что, ну, тот совсем мне прям не нравится. Я уже давно
с ним имела дело и хотела накрутить себе вот этот. Прошлый старенький пантограф я отвезла на дачу, чтобы я там тоже могла вам снимать. Вот видите, вот сюда накручивается. Или с этой стороны, кому как удобно ставить телефон. Ну а на этот шарик я, конечно же, ничего не накручу. Ну, посмотрим, может, найду запчасть. Ну, а это большая сборная посылка с AliExpress. И это, конечно же, раздел «Все по». По-моему, здесь было все по 189 рублей. Ну, сейчас будет скриншот, увидим. Итак, я взяла на замену старый, уже погнулась у меня расческа. Это для шерсти животных. Конкретно я взяла для своих кошек. Очень она мне нравится, очень удобная. Вот так выдавливаем шерсть после того, как она здесь скопилась. Ну, конечно же, продемонстрирую вам сейчас. Но мне кажется, что все-таки пластик не такой, как у меня был, как будто бы похуже. Ну вот, собственно, Изабелла, наша белка, смотрите, сразу все в позу. Ей очень нравится, и вообще им всем очень нравится эта расческа, они с удовольствием чешутся. Но у белки, собственно, мало шерсти, мы ее чесали, да и она сейчас не линяет. Конечно же, сразу прибежали и остальные. Это у нас Белик. Ребенок с трудной судьбой, но, видите, прибегает, чтобы погладилась, и меня это очень радует. И вот так вот прям снимаем целиком. Но это так, а вот для серьезных вещей у меня вот такой фурминатор, который не задевает остевого волоса, но вычесывает весь подшерсток, который уже не нужен, который отмирает. Вот это вот прям, конечно, вещь серьезная. Далее я взяла телескопический магнит. Очень удобная вещь. Вообще, наверное, она для того, чтобы доставать какие-то металлические предметы мелкие откуда-то. Но я использую не совсем по назначению такие штуки для металлической вот этой крышки, когда стерилизую банки, когда закатываю овощи, чтобы доставать стерильные крышки из воды горячей и, собственно, вот эту вот горячую железку снимать. Я прям вот так вот ее присоединяю, посмотрите, он очень сильный, этот магнит. И все, и прекрасно достаю, и не обжигаюсь. Набор резинок. Ну, конечно. Резинок много не бывает, мы уже с вами об этом договорились. Вот, поэтому, естественно, я заказала резиночки. Честно говоря, думала, что они будут побольше, но и такие маленькие нам тоже подойдут. Вот эти одинаковые разных цветов просто. Ну и вот такие у нас были тоже, но побольше. В общем, резинки всегда нужны. Следующий товар – это 3D-пазл. И я, честно говоря, не ожидала, что он в таком виде приходит. Пазл этот металлический, и вот такая картиночка должна получиться. Посмотрите, то ли самолет, то ли что. В общем, я удивлена, да, металлический. Сейчас мы, конечно, с вами откроем, посмотрим. Взяла я сынишки, он у меня такие вещи уважает, но думаю, что без папы здесь не обойтись. Инструкция, и вот, да, действительно, посмотрите, такой тонкий металл. И вот из этого нужно будет собрать этот самолет, луноход, ракету. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, отдам мальчикам, пусть разбираются. В конце концов, это их дело. Ну, а следующий товар уже вам знакомый. Это зубочистки, которые я очень люблю и постоянно покупаю как раз на AliExpress. То, что я называю расходники. Куда я их приспосабливаю и как, я вам показывала, по-моему, в прошлом видео, так что проходите, смотрите. Зубочистки классные, я их очень люблю, все время ими пользуюсь, чего и вам желаю. Следующий товар – это контейнеры, 40 штук, пластиковые, маленькие. Ну, вот не подошел он мне, сейчас я вам покажу. Я брала для определенных вещей, сейчас увидите, кто знает, тот поймет, что это такое. Это специальные такие картриджи. Вот, но рекламировать мы с вами не будем, так что кто знает, тот поймет. Но факт в том, что, собственно, не поместились эти картриджи у меня. Совсем чуть-чуть не хватило. Хотя, когда я покупала, я смотрела размеры, все измеряла, и должно было подойти прям тютелька в тютельку. Но, видите, прям буквально какого-то миллиметрика не хватило. Обидно. Я, конечно, найду, куда их пристроить, но все-таки хотелось бы использовать по тому назначению,
для чего я и покупала. Ну а вообще это контейнеры для ювелирных изделий. Следующий товар — это Lunchbox. Похоже, я вам показывала сумку. Там у нас фольга, и она позволяет сохранять или очень холодными продукты, или горячими. Мы летом в такой носим мороженое. Я даже купила специальные такие гелевые подушечки, которые замораживаю. Ну и вообще все замечательно. Здесь кармашек дополнительный. Хорошая плотная ткань. Lunchbag написано. Это для ланча. Купила я ее, скажем так, про запас, пригодится. Они очень вместительные. Мне они нравятся. Ну и последний товар из этой большой посылки — это алмазная вышивка. Вот вы мне скажите, зачем я ее купила? Я не знаю. Это какое-то было помрачение. У меня уже прошел бум этих алмазных вышивок, но вдруг на меня нападет вдохновение, и я ее соберу. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, и вы не пропустите следующие интересные видео. Также приглашаю вас на свой второй канал «Читаем ушами». Там я начитываю аудиокниги для детей и взрослых. Буду очень вас ждать. Я желаю вам удачных и выгодных покупок. Будьте внимательны и всего вам хорошего!